Больше всех я люблю мамочку мою, папу, брата и сестренок, всю мою семью. Каждый день я встаю и песенку пою про самую лучшую мамочку мою. Мамочка моя, семьёю большой, дружно мы живем, мы рисуем, поем, строим новый дом, бильярд, волейбол, любим поиграть, путешествовать с дельфином, плавать и нырять. Мамочка моя, маму твою зовут? Лена. А ты ее любишь? Очень. Как ты ее любишь? Мама, с праздниками свои. А за что ты ее любишь? За то, что она готовит вкусный завтрак. Ленечка, как твою маму зовут? Тамала. А покажи, как ты ее любишь сильно? Вот так, сильно-сильно. Макар, как зовут твою маму? Мама Женя. Ты ее любишь? Да. А помогаешь ей? Да. А что ты делаешь? Чуть-чуть в Майнкрафт играю. А кто еще маме помогает? А что ты любишь, что мама вкусного готовит? Мамочка, конфеты. Ну, передай маме привет. Чё? Маме привет передай. Привет. Девочки, а какой скоро будет праздник? День матери. День матери. Это зимой. И моя мама самая любимая. Я люблю ее, она хорошая. Я люблю, когда нам помогает, и мы иногда занимаемся, иногда мы с ней гуляем, играемся, обнимаем, иногда мы расступаемся. Девочки, как зовут ваших мам? Мою Аню. Мою Машу. Скажите, мамочка, мы тебя очень-очень любим. Мамочка, мы тебя очень-очень любим. Всей душой. Всей душой. Богданчик, какой скоро праздник будет? Есть мама. А как твою маму зовут? Наташа. Ты ей помогаешь? Да. А что ты ей делаешь? Помогаю с ребенкой. Еще помогаю маме готовить блины. Богданчик, скажи, а какой бы ты хотел подарок ей подарить? Открытку. Много картинок. Как твою маму зовут? Алена. Ты ее сильно любишь? Да. А что бы ты хотел подарить маме на праздник? Маму я люблю, милую мою.
Для нее свою.